Австрийский академический художник Ханс Зацка – автор многочисленных картин в салонном стиле. Его имя скрывается со несколькими псевдонимами – Забатери, Бернард, Рунзарт. Родился художник 8 марта 1859 года в благополучной семье, в семье архитектора. С детства Ханс был увлечен искусством и пробовал себя в живописи, развивая природный талант. Достигнув совершеннолетия, поступил в Академию изящных искусств и проучился в ней с 1877 года до 1882 года. Его преподавателями были признанные профессора, и их наставления и уроки помогли юному любителю стать настоящим художником и добиться внушительных результатов. Профессиональная творческая деятельность свободного художника началась с написания портретов, фресок и росписей в церквях. Чувственный женский образ картины Ханса Зацки начал формироваться еще в годы учебы в академии. Будучи настоящим джентльменом, он отдавал особое предпочтение мягким чертам девушек. Также его внимание заострялось на купидонах или амурах. Очень живо получались жанровые сценки и аллегории. В 20 лет он уже стал обладателем золотой медали за особые заслуги. После обучения Ханс Зацка несколько раз посещал с группой Италию, где брал частные уроки живописи и искал новые идеи. По возвращении в Вену начал брать заказы на портреты и фрески. Основной доход приносили картины на религиозную тематику. Первый масштабный заказ Ханс Зацка получил в 26 лет. Он должен был изготовить фреску для потолка Курхаус-Баден. Для этого значимого места художник создал изображение прекрасной Наяды Баден, окруженной купидонами, добавив к нему исторические надписи. С этой работы потянулась длинная нить церковного творчества и путешествия по новым церквям своей родины. Брат художника Людвиг Зацка продолжил династию архитекторов и строил новые церкви, где всегда была работа для Ханса Зацки по росписи алтарей и изготовлению фресок. Лучшим творением из всех на божественную тематику стала запрестольная картина, созданная в 1904 году и выполненная в трех частях. Она расположена в церкви святого Карла Боромеуса в Венском лесу. Жемчужинами этого периода признаны многочисленные изображения Мадонны и Христа. Во время работы в церквях живописец встретил свою первую жену, Магдалину, которая родила ему двух дочерей, Марту и Вильгельмину. Впоследствии мужчина вдохновлялся ими и использовал изящные образы для создания картин в античном стиле. Thank you.
Художник был трепетно привязан к дому номер 2 на Брайтон-штрассе в Вене, в котором провел свое детство и юность, поэтому неохотно покидал родное место. Именно там Ханс образовал домашнюю мастерскую, в которой проводил большую часть времени. Родные могли наслаждаться обществом мужчины только во время совместного обеда или ужина. Художник никогда не занимался преподаванием. Он всего себя отдавал творчеству. Он занимался искусством вплоть до 80 лет. С приходом Первой мировой войны в творчестве художника произошел резкий переход от сакральной тематики к идеальным женским образам и разнообразию жанровых сценок. Полотна начали украшать сказочные нимфы, амуры и прелестные девушки. Мужчина всегда писал картины без эскизов, используя прототипы жены или дочерей. Веселые и светлые картины стали настолько востребованы, что художник делал с одного полотна по несколько копий, подписывая их разными псевдонимами. Многие картины выставлялись в венских салонах и имели большой успех. В апреле 1945 года Советом профессоров Академии изящных искусств было принято единогласное решение наградить Ханса Зацку званием профессора живописи. Через 4 месяца, 17 декабря, он умер. Ему было 87 лет. Ханс Зацка похоронен со своей второй супругой, Марией, на простом венском кладбище. Несмотря на то, что одна из его работ была размещена в церкви при новом кладбище, Ханс Зацка старался вложить в каждое изображение часть себя, придать своим картинам авторскую особенность. Изменив направление своей живописи, он почувствовал себя свободным и смог полностью раскрыть творческий потенциал, создавая картины из сказочных фантазий. Среди ярких работ этого периода выделяются «Фавн и нимфа», «Муза с ангелами» и «Песнь раннего утра». Ханс Зацка старался вложить в каждое изображение часть себя, придать своим картинам авторскую особенность. Изменив направление своей живописи, он почувствовал себя свободным и смог полностью раскрыть творческий потенциал, создавая картины из сказочных фантазий. Среди ярких работ этого периода выделяются «Фавн и нимфа», «Муза с ангелами» и «Песнь раннего утра». Открытки с изображениями красочных картин имели большой спрос не только на родине художника, но и в Германии. Искусствоведы же с презрением отнеслись к ажиотажу вокруг работ Ханса Зацки и его погони за популярностью. Но работы художника прошли испытания временем и сейчас продаются истинным ценителям за крупные деньги. Только спустя 35 лет после смерти художника его картины обрели популярность в Соединенных Штатах, что вызвало быстрое возрастание
цен на оригинальные полотна. В настоящее время они продаются во многих галереях, на аукционах за внушительные суммы денег.